Привет, меня зовут Роман Гершуни. Сегодня я приготовлю салат с сыром Рокфор и карамелизованными орехами. Для начала сделаем эти самые карамелизованные орехи. И делаем обычную банальную карамель. На сковороду высыпаем сахар. Не пропустить момент, когда сахар может сгореть. Нам не нужен горелый сахар. Приготовление карамели – это такой тонкий процесс. Многие люди, профессионалы, используют градусники специальные. Добавляют глюкозу, всякую разную другую фигню. Я же вот так вот на глаз. Надеюсь, что мне все получится. Этот момент близится, момент превращения сахара в карамель. Сахар начинает плавиться. Нужно все время помешивать, чтобы плавящийся сахар не пригорел. Поменьше огонь. Пожалуйста, делайте это очень аккуратно. Не обожгитесь. Карамельные ожоги очень долго проходят. Карамель. Добавляем туда грецкие орехи. Моя задача – собрать карамель на орехи. Теперь нужно высыпать орехи, но на какую-то такую поверхность, к которой они не приклеятся. Например, пергамент для запекания. Или силиконовый лист, как у меня здесь. И дадим им остыть. Салат и соус к нему. Руками, обязательно руками я буду рвать листья салата Романа. Туда же я отправлю горсть листьев рукколы. Важной составляющей этого салата являются мякоть красных грейпфрутов, то есть дольки или сегменты. Небольшим ножом, желательно пилочкой. Я снимаю кожуру, извлекаю из грейпфрутов самую их суть, дольки, но без кожуры. Смотрите как. Половина грейпфрута пойдет на дольки, а половина на соус. Для этого мне понадобится такой прибор, который я называю грейпфрутодав. Сок этого грейпфрута будет частью соуса к салату. Чайная ложка горчицы. Сахар. Зубчик чеснока. Соль с перцем. И оливковое масло.
Если вы хотите, чтобы соус был гуще, вместо сахара добавляйте мед. Салат. Добавляю в него соус. Аккуратно, чтобы не помять листья, перемешиваю его. Только грейпфрута. Карамелизированный грецкий орех. Видите, он не прилипает к силиконовому листу. Если бы я бросил его на обычную тарелку, я бы очень долго потом ее отмывал. Сковородка, на которой жарил орехи, я залью водой и вскипячу эту воду. Через 5 минут карамели не будет. Ну и, конечно, голубой сыр Рокфор. Как известно, сыр Рокфор или многие другие виды голубого сыра бывают кошерными. Как говорят у нас во Франции, вуаля! Потрясающий салат, легкий, всем полезный. Друг любезный, сейчас я хочу позвать свою любимую жену, которая в прямом эфире покажет вам, насколько вкусен этот салат. Катюня. Это специальный салат для женщин. Я волнуюсь. Я тоже. А ты вот так вот орешек захвати и сыр. Все вместе. Надо обязательно все вместе. Ну, на, захвати. Я орехово-сырный захватчик. Ну, давай. Я волноваться. Ну, ничего так, нормально. Вкусненько. Приятного аппетита.